Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и мы плавно из мая переходим в июнь, и я буду сейчас вам показывать, сколько баночек продукции мы израсходовали за месяц май. Но прежде чем рассказать про баночки, скажу, сколько их. Всего 31 баночка, а по баллам получается 287. По сумме всего 15 659 рублей, в этом месяце очень скромно. И по дистрибьюторским ценам это составляет 12 527 рублей. То есть чуть больше 3000 мы потратили сэкономили, покупая в собственном интернет-магазине Oriflame. Это, конечно, выгодно, здорово, но на самом деле мне эта продукция настолько нравится, что я бы ее брала даже без скидок. Сразу предупреждаю, что здесь у меня есть некоторые продукты, которые, как сказать, как тут бывает, наберешь слишком много от жадности и не успеваешь использовать даже некоторые продукты. Так вот, есть продукты, которые просто истек срок годности, и поэтому я их просто выкинула. Ну, кстати, будем еще перебирать, я никак не доберусь до всех запасов, и будем еще что-то выкидывать. Ну, так получается. Итак, первый продукт, который я использовала, тут даже видно, я вымазывала пальцем до конца, потому что это один из моих любимых лосьонов в Oriflame, тем более что это серия Essence с натуральными ингредиентами, мне она очень нравится, я ее беру все время, мыло, гели и лосьон мой любимый — жасмин и вербена. Здесь и также я еще жасмин и вербена, разве, по-моему, лимон и вербена, а здесь жасмин и еще что-то, ну окей, я уже не помню. А, нероли и жасмин, все, нероли и жасмин. А еще я люблю точно такой же упаковки лимон и вербена. И эти продукты еще можно купить, а вот жасмином уже нет. Так, что мне нравится? Ну, во-первых, я обожаю дозаторами. Все, что с дозаторами, я очень сильно люблю. Но здесь дозатор такой не очень удобный, когда средство остается чуть меньше половины. Он уже не выдает столько, сколько нужно, а мне на мое тело всегда нужно много. Что я делаю? Во-первых, вот такой вот удар об стол или об подоконник, ну, об любую твердую поверхность, помогает как бы подскочить средству куда нужно, и опять делаю нажатие. А когда уже совсем мало остается, я просто переворачиваю, оно все стекает сюда, это тоже неудобно, я потом откручиваю трубочку, где-то вот два раза мне приходится вот таким образом делать, что я обожаю этот аромат, лазю туда пальцем. Ну вот, использовала до последней капли. У меня еще есть упаковка такого в заначке, сейчас ее открою и буду все лето балдеть, потому что мне вот летом нравятся такие вот сладковатые, фруктовые, цветочные ароматы, поэтому этот супер просто аромат. Так, что здесь? Миша отдал свой дезодорант, он так долго ему служил, когда он мне сегодня сказал: слушай, у меня дезик закончился. Я говорю: как? Только что я думала, что я тебе уже новых два давала. Он такой: нет, вот только что. Прикольный, классный аромат Лидер. У нас такой же был у Миши одеколон. Парфюм тоже нам понравился. Прям супер-супер. Такая вот классная штука. Вы знаете, вот интересно, мы ездили в Таиланд, когда мы там купили какие-то минеральные дезодоранты Миши. Мне они вообще не понравились, а Мише вроде как понравились. Но я стала замечать, потом говорю: слушай, ну как будто бы как-то неэффективно. Он такой: ну да. И я ему выдала уже орифлеймовский дезодорант, и сразу вот увидели результат. Поэтому рекомендуйте наши дезодоранты смело, они работают классно. Кондиционер. Сегодня, кстати, последнюю капельку из него выдавила. Я очень люблю медовую серию в целом. Но вы должны тоже замечать и обращать внимание своих клиентов. И сами знать то, что эти серии, вот все для тела, для лица, для волос, они все направлены на сухость. То есть у кого-то нормальный тип и склонный к сухости. То есть волосы нормальные и немножко там пересушенные, да, ломкие. Вот это мой прям вот типаж. Обожаю этот кондиционер, просто вот супер. И сейчас они уже в новом дизайне пошли, я уже достала новенький. Так, дальше. CC-крем. Кстати, как сказать... Очень у нас популярный этот продукт. То есть здесь получается вот так вот, пшик-пшик,
И это крем, но он почему-то распыляется, ну не знаю, такую форму придумали. Его нужно растереть на руках и перенести на влажные волосы. Он очень хорошо позволяет потом расчесывать волосы и очень хорошо убирает статику. То есть если у вас волосы электризуются, и вы там шапку сняли или платок сняли, и у вас вот такой вот одуванчик, то вам точно вот CC-крем поможет. Потому что очень хорошо волосы расчесываются, они становятся более послушные. Потом блеск появляется, потом напитываются волосы, однозначно становится вот волос такой, не такой вот лохматый, встревоженный, а волос становится такой упругий, гладкий, хорошо, кончик лежит хорошо. Поэтому тоже можете прям рекомендовать такое средство, сами попробуйте и для своих клиентов. Ой, вы удивитесь, наверное, многие такое средство не помнят, а я вот... Заначка у меня была, и я смотрю, срок годности уже прям на грани, все. И я его быстрее использовала и очень интенсивно делала массаж. У нас еще были в Oriflame такие банки, такие они какие-то силиконовые, наверное, их так вот сплющиваешь, как банки раньше ставили на спину. Как вспомню, так вздрогну. Помните, да, такие банки стеклянные были? Так вот, такие же банки, только силиконовые. Ее так причпокиваешь на... ягодицу, например, выдавливаешь, она засасывает и начинаешь делать массаж. Больно невероятно, мне, по крайней мере, я вообще боль плохо переношу. Вот мне очень нравится, как я вот поделала, быстро этот тюбик использовала, у меня прям кожа так подтянулась, такие ножки стали упругие, стройные, прям вот огонь. Ну и я и живот делаю, и бок, талию тоже, ну чтобы все было такое подтянутое, потому что начался сезон уже и хочется, ну чтобы тело выглядело максимально молодо и подтянуто. Закончилась зубная паста защитная. Ай, прям ее выдавили до последней капли. Я люблю наши пасты. Все мне они нравятся. Даже сейчас открыла сегодня эту, вот, когда закончилась, открыла гель-пасту. Да тоже она классная. Почему-то мы ее забраковали. На самом деле хорошая, приятная паста. Но все-таки любимицей остается защитная и травяной комплекс. Все-таки они просто вот самые классные. Так, что еще? Масло. Это дочка отдала. Это спрей Элио, масло спрей для волос. Сейчас скажу, какое оно. Ну, просто написано масло для волос. Что делает масло? Оно волосы питает. Они становятся блестящие, выглядят ухоженные, гладкие, напитанные. И тоже вот я замечаю, что статики нет, если маслом пользоваться. Но вот меня эти масла просто спасли. Если раньше я, когда была брюнеткой, я ими пользовалась, ну так, ну нормальные масла, но мне они просто как-то вот... Не было необходимости, у меня был волос такой толстый, упругий, аж как мне говорили, у тебя как у коня волосы, как у лошади. Вот такая грива была, и когда я их смывала черный цвет, естественно, волосы, ну, не просто стресс, они просто сгорели, мне кажется. Так вот, эти масла Элио я брала разные, этот самый легкий из всех масел. Вот эти масла мне спасли то, что у меня остались волосы на голове, потому что и не пришлось их коротко состригать, потому что после мытья волосы были вот просто вот как солись, вот представляете? И я их аккуратно полотенцем промокала, намазала много-много масла, я лила. И вот оно когда впитывалось, я аккуратненько расчесывала. И вот если бы не масла, я бы просто их не смогла даже расчесать. Я просто бы их отрезала все и все. А, тем не менее, удалось сохранить и длину, и волосы восстановились. То есть они напитались и стали опять такие вот полненькие, крепенькие. Поэтому масла я рекомендую однозначно. Потому что они крутые, я увидела их вот в деле. Когда реально проблема есть, то сразу видишь разницу. Когда проблемы нет, то понятно, думаешь... Не знаю, вроде ничего особенного. А вот когда проблемы, тогда сразу оцениваешь. Маска для лица. Овес и ягоды Годжи. Это серия Love Nature. Бесподобная маска. У нее согревающий эффект, когда ее только наносишь на лицо. Как будто так горяченькие ладошки такие. Хватит литика. Прям, и так вот
Недолго, но вот это тепло, оно идет очень приятно. Маска питательная, то есть она напитывает кожу. И когда ее смываешь, лицо розовое. Вот прям вот, насколько я люблю вот средства Oriflame, продукты, то, что вот кожа выглядит очень свежей. Такая она сияющая, как вот с подсветкой. Мне даже многие говорят, ты как солнышко светишься. Вот, делайте маски почаще, и тоже будете светиться. Вот, мне очень она нравится. Я, естественно, сразу же достала новую, потому что эту маску я делаю часто. Мне она нравится, и дочке нравится. Мы вместе с ней пользуемся. Так что, вот, сейчас я вам покажу такие вот штуки, которые мы повыкидывали из-за того, что закончился срок годности, а мы их просто пропустили. Сейчас все достану. Наверное, вот три, а вот еще одна. Вот они. Просто все в коробке было свалено, я перебрала вот такие вот средства. Они еще не закончились, но уже все, придется их выкинуть. Так, это антицеллюлитный гель. Это, помните, еще алоэ старенький для глаз. Я дочке покупала, она говорит, мам, я не пользовалась. Я говорю, почему? А что ты мне не отдала? Она говорит, ну не знаю, ты мне дала, я его поставила и все. Это был такой набор. Там было всего три средства, вот одно почему-то она не выкидывала, говорит, ну он такой красивый, с арбузиками, я говорю, все, выкидывай, мы сейчас прям, когда переехали, от всего старья, от всего избавляемся, то есть, чтобы как-то, знаете, вот, чтобы было все красиво, потому что, когда мы собирались, мы же экстренно переезжали, мы просто сгребали все с полок в коробке, в сумке и просто вот перетаскивали и буквально сваливали в угол, а это средство для живота и груди. Но оно практически закончилось. Опять же, вот видят те, у кого результат, то есть у кого плохое состояние. Вот бывает такое, что грудь начинает морщинить. Особенно у кого крупная грудь, кожа растягивается. И вот тогда это средство будет заметно работать. Да, живот растяжки не уберет однозначно. Не думайте, что это средство от растяжек. Нет. Но то, что кожа станет упругая, подтянутая, увлажненная, это однозначно. И мне очень нравится по этим средствам делать массаж. Но так как я лентяйка страшная, я... Знаете, как у меня вот прям наплывами бывает. Я такая... У меня целлюлит, надо быстрее делать. И я прям могу вот неделю, две, три, а потом такая, ой, а что-то я не делаю. И я просто, у меня как-то вот выключается что-то, и я такая, блин, я забросила. И вот видите, вот курс, наверное, шел, и я бросила и не доделала. Бросила чуть-чуть, ну то есть где-то тут пятая часть, и не доделала. Все, теперь это на выкид. Ну вот такая вот функция есть у меня. Шампунь для волос с лимоном и крапивой. Идеально для жирных волос. Это Миша пользовался, потому что у него волосы склонны к жирности. Ему можно каждый день голову мыть. Особенно он очень много работает физически. Он такой весь подвижный. То на улице, то во дворе, то в гараже. То есть он все время что-то делает. Такое, естественно, у мужчин по-другому происходит, чем у женщин. У них и кожа более плотная, да, сальные железы более активно работают. И вот ему этот шампунь очень нравится. Поэтому вот этот шампунь прям 5 с плюсом. Супер. Так, что еще? Мыло. Мыло. Это серия охлаждающая, ананас и... Что здесь? Папайя, по-моему. Как этот фрукт называется? По-моему, папайя или маракуйя. Маракуйя, наверное. Не вижу, что было написано. Нет, вот бесподобно вкусно. Вот просто такое вкусное, что его хочется съесть, это мыло. Разве можно такие вкусные делать мыла? Просто, ну, как это, не знаю, вместо пирожного можно есть. Но я шучу, конечно, я прикалываюсь. Очень мне нравится форма именно этой серии мыл, потому что оно приятное в руке и не выскальзывает. То есть не слишком большой кусок. Нет никакой геометрической формы неудобной, там, угловой, а именно вот такой вот капля. Ее берешь и так вот мылишь ручки, там, ну, кайф просто. Так вот, серия с охлаждающим эффектом, но я не вижу сильного такого охлаждающего эффекта. По крайней мере, от геля и от мыла не было замечено. Так, дальше. Маска для волос. Маска... Ой, господи, манго. С манго для окрашенных волос. Чудо-маска. Вот чудо. Если вам повезет, и вы увидите в каталоге или где-то в распродаже такие маски. Знаете, я себе взяла больше 20 штук. У меня, по-моему, вот коробка, полный бьюти-бокс.
Ну, где-то 25-27 маски я себе сразу купила. Я несколько разных взяла. И в основном все вот с манго. Когда я ее попробовала, я говорю, это что-то фантастическое. Знаете, вот мне по качеству напомнила маску, которую вкладывают в краску для волос. Вот вы замечаете, наверное, кто пробовал, когда волосы красишь, то масочку делаешь, и волосы какие-то нереальные. Ну, там такой тюбик маски на один раз. Не тюбик даже, а вот тоже такой вот пакетик. И я всегда говорила, хочу такой маски много, где ее взять? И когда я попробовала вот эту маску, я поняла, что вот она похожа даже еще лучше, потому что она безумно вкусно пахнет. Ну, такие волосы ароматные, два дня ходишь просто так, супер. Так вот, мне эта маска чем понравилась? Я прям заметила, какие волосы стали других. Прям вот так вот берешь. И они вот все вот пышные такие, вот прям вот пятернёй залазишь в волосы, они все-таки длинные, и вот так прям, и они такие вот чувствуются рассыпчатые, чистые и пышные. Вот я без ума от этой маски и, конечно же, аромат. Я считаю, что это недорого по деньгам, тем более, что, как ни странно, мне на мои волосы на два раза этого пакетика хватает. Хотя волосы густые и длинные, но тем не менее. Та-дам! Кто-то съел солнцезащитный крем. Вы знаете, этот крем я взяла в прошлом году, взяла 3 тюбика или 4 даже. А лето не задалось. Я один раз только на пляж выбралась. То есть я в прошлом году всего раза 3 загорала. Один раз во дворе или 2 раза и на пляж один раз. Все. И естественно, у меня все крема остались, поэтому я в этом году, ну, один заказала себе крем солнцезащитный, новинку хочу просто, пусть будет. А буду использовать еще эти, они по сроку годности все хорошие. Так вот, загорала уже в этом году несколько раз. Смотрите, я не сгорела. У меня настолько светлая кожа, с синим, немножечко под тоном даже, да, у меня вот венки везде синие. И если я выйду на час на солнце без крема, я просто буду красная, как рак. Мне вообще как бы, ну, нельзя. Да и в принципе это настолько вредно и опасно. Очень мощно идет старение кожи. Вот фотостарение стоит на первом месте по влиянию на клетки. То есть клетки разрушаются, и кожа быстрее стареет. Поэтому я, когда выхожу, у меня целый церемониал. Я вся обмазываюсь. Вот я этот тюбик... Ну, вот буквально вот в этом сезоне весь практически использовала. Так что пользуйтесь солнцезащитными кремами. Во-первых, они эффективные. Во-вторых, это очень полезно. Кстати, хотела вам рассказать такие штучки. Не знаю, знаете вы или нет. Вот на каждом тюбике есть тут даты. То есть вы их вот так прощупываете руками, как вот рубчики. А если присмотреться, то тут написано, до какого числа этот истекает 3 года. Вот обращайте всегда внимание. Но если вы продукт открыли, то тут еще стоит вот такая вот внизу баночка с открытой крышечкой, вот такая вот маленькая, то на баночке написано вот здесь вот 12М. Это значит, что как только я вот первый раз открутила маску и понюхала, пахнет она бесподобно, конечно, закрутила, вот с этого момента ровно 12 месяцев для того, чтобы ее использовать. И если написано 6, то значит 6 месяцев, всего полгода с момента распечатывания. Поэтому это тоже важно. Ну, многие спрашивают, а можно или нет. Ну, например, вот масло для волос, даже если срок годности у него пройдет, я все равно буду использовать. Ну а что ему будет, оно тем более с дозатором. Если это крем в открытой банке, который крышку открываем, закрываем, однозначно нет. Нет, ни в коем случае. Если это шампунь, 12, ну, в любом случае мы его используем за 12 месяцев. Но, опять же, это не настолько опасно. Все, что касается лица, да, губ, там, ресниц, то есть то, что может, да, в слизистую попасть, и губы облизываем. Вот это очень важно. Следите, чтобы срок годности не истекал. Вот. Попробовала еще вот такую вот штуку. Выглядит бесподобно. Это тоже охлаждающая серия вот таких пакетиков, скрабы для тела. Но выглядит бесподобно. Скраб приятный. Но вот я его один раз использовала, у меня даже чуть-чуть осталось, и я его не использовала. Очень много здесь, то есть для одного раза очень много. Что хочу сказать? Вкусный, прикольный скраб, приятный, поэтому можно брать. Но вот самое классное, конечно, это делать такие подарки.
маски в пакетиках, вот такие вот скрабы. Я набрала клиентам, сейчас складываю в подарок, они прям пищат, такие: «А, что это? Это красиво, это приятно подарить», и этот человек использует и получит кайф. Кайф и удовольствие. Поэтому вот прям моя вам рекомендация делать таким образом. Так, одна пачка wellness, а мы с Лерой не допили, представляете? Я, видно, пропускала. И Лера тоже, я сейчас ее спросила, говорю: «Где твоя коробка?» Она: «Мама, мне чуть-чуть осталось». Я говорю: «Ну, осталось, значит, допивай». То есть ленимся, пропускаем немножко. До этого мы так энергично пили каждый день. Мы, когда вот пошел вот этот да, вирус, все боялись из дома выходить. Конечно, мы прям строго, мы все пили, порой бывало по два пакетика за день забывали, пили. То сейчас, видите, вот Миша молодец, а мы немножечко в отстающих. Это витамины Wellness Pack. Они очень хорошо влияют не только на иммунитет, но и вообще на весь организм в целом. Как внутри, так и снаружи. Потому что мы эти витамины так и называем. Wellness – это красота изнутри. Потому что когда пьешь витамины, то все это в клеточке, все там хорошо формируется, насыщается, токсины выводятся. Да, клетки уже идут вот сюда, к внешнему, да, уже свежие, молодые, красивые, здоровые, самое главное, клетки. И вот на выходе вот такой результат, что полностью состояние организма улучшается. Если для вас это важно, то подробнее изучите, что же такое wellness, витамины от Oriflame, вообще линейка wellness. Там много продуктов, не только витамины. Ой, как много еще, слушайте, это мне до утра рассказывать. Крем для рук антивозрастной из серии Novage. Крем дорогой. Я не могу сказать, что я в восторге от его вот, как бы, консистенции. Мне, например, больше нравятся крема. Здесь, наверное, нет у меня их. Нет, не закончили. Мне нравятся такие крема, тоже такого формата. Небольшие тюбики по 75 мл. Здесь, кстати, 50. Вот алоэ с облепихой. Вот они такие вот простые, по 99 рублей. Но чем этот крем меня удивил? Он убирает пигментацию. И вот реально у меня были такие большие пятна. Вот тут уже, ну, я вообще покрыта вся веснушками мелкими такими. Наверное, не видно, но вот тело прям все усыпано мелкими такими пятнышками. Ну, они, не могу сказать, что они неприятные. Мне, например, даже наоборот нравятся, какие-то они забавные. Но вот тут вот они у меня осветлились. Я такая: «О, классно!» Потому что тут было сильно, потому что кисти все время были, ну, как бы, в основном мы носим одежду, ну, только летом открытая, а в основном там осень, весна, зима, все время длинные рукава, а зачастую кисти на виду. И они, естественно, больше подвержены солнечному влиянию. А этот крем помог. Поэтому мне он в этом плане очень понравился. Но он, конечно, и так вот приятный. Он мягенький, так впитывается легко, он не липкий. Ну, такой весь нюшечка, няшечка. Ну, конечно, это надо смотреть еще по финансам, да, потому что он не дешевый. Вот мой любимый крем. Ой, ну, этой старой серии еще у меня была заначка коллаген, который был у нас Wrinkle Power, потом вышел, а это предыдущая серия. Когда вышел новый экологен, естественно, я его сразу схватила, потому что там они написали: на 49% моментально улучшается там по всем показателям кожи. Я такая: «Хочу!» И вот эту серию, новую коробочку, я отставила, потому что у меня всегда есть коробка Novage в запасе. Всегда. Я ее, вот даже сейчас у меня придет Novage в запасе. Я вспомнила, что у меня лежит запас, когда перебирала, быстренько достала и использовала эту баночку. Но вот знаете, я сколько перепробовала разных серий, и более дорогой наш Novage Ultimate Lift, все равно всегда возвращаюсь к коллагену. Вот. Я не знаю, для моей кожи лучшего еще не придумали. Единственное, что в серии, в дневном креме мне не очень нравится, иногда бывает, крем сворачивается, то кожа плохо очищена, он капризный такой, то я его вдруг забываю, начинаю мазать, потому что мне быстрее намазать, чем вбивать, а его нужно вот так вот пальчиками вбивать. А вот с ночными кремами вообще проблем нет. Они все легко наносятся, быстро впитывают, спитают кожу, утром встаешь такая: «Вау-вау, конфетка вся красавица», кожа отдохнувшая, свежая, напитанная, потому что у меня нет никогда вот этого ощущения. Вот бывает, иногда
смотришь на кожу, да, у кого-то я смотрю, прям вижу, что прям пустыня Сахара прошлась. Вот прям обезвоженная кожа, из нее как будто вот выкачали всю влагу, и она такая вот тонкая, прям и хочется в нее, прям, знаете, прям воду горстями, да. На самом деле просто не хватает питания кожи. Вот у меня благодаря этой серии все время вот ощущение, что кожа все получает, вот все, что ей нужно. И стареет она красиво, да, не так резко, не так очевидно и страшно. Да, есть морщинки, особенно вот у меня вот межбровная, ну, я все время же брови свожу, такая, что? Просто гримасничаю, из-за этого, конечно же, и мимика появляется, и тут, и там. Но меня это на самом деле не пугает, потому что я считаю, что в каждом возрасте есть своя прелесть, и если относиться к этому, ну, не знаю, философски или как-то, ну, просто здорово, это нормально, то, что мы меняемся, все меняется, мы тоже меняемся, и это норм. Знаете, что у меня в руках? Это маска с глиной серии Swedish Spa. Потрясающая маска, ее, к сожалению, уже нельзя купить, это вот остатки мне дочка отдала. Это ее была любимая маска, но смысл о ней говорить, если ее уже нет. Так, порылась в заначках, решила, что пора эти туши выкинуть. Одна, господи, это две одинаковые кисточки. Они как 5 в одном, но только упаковки у них разные. Единственное, у одной кисточка, видите, скругленная, а у другой прямая. Кончик видно? Вот в 5 в одном в туше, еще испачкалась. В 5 в одном в туше вот он скругленный, а вот у этой XXL у нее прямой. И поэтому сначала мне было трудно приспособиться к этой кисточке. Ну, буквально 3 дня. Потом я уже привыкла и забыла, что они разные. Ну, просто хранила их, чтобы показывать кисточки. Все, выкидываем в пластик. Кстати, мы всегда сортируем стекло отдельно, пластик отдельно, макулатуру отдельно. У нас прям дома стоят пакеты, и мы все собираем, целлофаны, всякие пленки, упаковочки все, и относим. У нас всегда на всех вот мусорках стоит отдельная сетка металлическая, и мы туда загружаем все пластики. Ребят, тоже так делайте, потому что, ну, это очень важно. Ну, просто позаботимся об экологии, чтобы наша планета нам дольше служила и ей легче дышалось. Потому что пластик, конечно, ну, Oriflame, он хоть биоразлагаемый, а сколько пластиков неразлагаемых. Я сегодня с ненакрашенными ногтями, но я их обработала, естественно, покрыла лечебным этим покрытием. И думаю, пусть побудут немножечко, несколько дней, похожу с лечебкой. Выкидываю лак, он уже все кончился, там прям капелька осталась. Это ваш любимый лак. Холодное шампанское, его код 32735. И когда с этим лаком все спрашивают, напиши код лака, хотя бы 3-4 человека, или в личку кто-то пишет, что за лак у вас в этом видео, мне очень надо. Бесподобный красоты лак. На самом деле я в каталоге на него не обратила внимания, я не знала, что он такой красивый, я его никогда не заказывала. И тут вдруг он пришел мне по какой-то акции в наборе, просто шел в подарок. Я на него посмотрела, думаю, ну попробую продать. И что-то сразу не продала и мазнула его на ноготь. И обалдела. И все. И я с тех пор я его покупала постоянно. У меня сейчас парочка точно новые лежат, но уже давно их не вижу нигде. Если вы в распродаже поймаете, возьмите бесподобно красивый лак. И его так долго носишь на ногтях. И даже если там облупилось чуть-чуть, легко подправить маникюр. То есть вот несколько дней, неделю, полторы, прям можно ходить вот так вот, круто. Так, сразу 2 флакончика масла чайного дерева у нас уходит просто... Я не знаю, вы, наверное, удивляетесь, но у меня есть дочка, которая им вот мажет там везде, вот где вылазят прыщики, такие вот, знаете, как такие вот, ну не знаю, вот возникают они откуда-то, у меня их уже нет. Но я ими мажу все, ранки какие-то, ушибы. Сейчас пока ремонт этот делали, все отмывали, вечно руки всяких там под каких-то цапках, царапках, там порезались, там снесли что-то. И вот мы все время чайным деревом, чайным, у нас везде стоят эти флакончики. И вот видите, сразу, ну, они не то, что в один день закончились, но в этом месяце вот они закончились. Поэтому это так. А еще они очень хорошо помогают от простуды. А еще я их наливаю, где наша обезьянка, куда-то убрали. Арома лампы, я ставлю вниз свечку, наливаю воды и капаю чайное дерево. И оно...
как вот распространяется по всему дому и как обеззараживает. И такой легкий, приятный аромат. Мне нравится. Тем более сейчас в нем идет лайм, еще добавили чайное дерево, и лайм придает такую цитрусовую нотку, она очень приятная. Так, осталось совсем чуть-чуть. Я же его уже показывала. Два! Один, значит, был почти закончился, один новый. Представляете, сколько я уже за этот сезон, хотя еще очень мало загорала. Я раз 8. Ну, Мишу еще мазала, конечно. Вот. Тут чуть-чуть оставалось с прошлого года, и один новый был. Вот это я мажусь. Стараюсь. Так, это отдала дочка. Один, кстати, незаконченный, но уже, значит, срок годности закончился. А это пустой. Это дезодоранты. Антиперспиранты. Ну, что про них говорить? Ну, они классные. Ну, вот я такая мамаша, я могу дарить и дарить. Я же не знаю, что у нее там в ее коробочках. Я увидела розовую крышечку. Дочке надо. Сиреневая. Дочке. Потому что она меня любит все розовое, сиреневое. Я ей все время все, что вот я вижу так, в таких расцветках, я все время ей сразу это покупаю. И последний продукт, только не смейтесь. Это подводка, только она без крышечки, без кисточки. Это отдала тоже дочка. Кстати, самая шикарная подводка, которую я пробовала вообще в принципе в жизни, и в Oriflame в частности, самая дешевая и самая классная. Даже вот та, которая сейчас вышла On Color, она мне не понравилась, там неудобная кисточка. А вот в этой кисточка классная. И Лера говорит: мама, можно я кисточку оставлю? Я говорю: зачем она? Ну, мне в той подводке кисточка не нравится, я их поменяю. Я такая: гениально! Так можно было сделать. А я себе купила подводку Giordani. Вот она у меня, кстати, сейчас на глазах. Мне она очень нравится. Там и кисточка крутая, такая длинная, тонкая, она такая послушная. Реально, вот можно прям одним прикосновением провести сразу длинную, удобную стрелку. Но она такая коварная, быстро сохнет. Быстро. То есть ей надо действовать очень быстро, иначе она высыхает, и все. И надо опять обмакивать, снимать лишнее, быстро красить. И она настолько... Я даже не знаю, метеор просто по высыханию, это вот как так можно? Все, пустой пакетик. Слушайте, ну классно, много, конечно, продукции, еще мы и чистку сделали небольшую. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, чем мы пользуемся, что вот у нас как заканчивается. И мне тоже интересно, как у вас дела. Напишите в комментариях, если вы начали собирать свои баночки, сколько у вас получается по баллам, сколько вы в месяц тратите, какая у вас экономия, если вы считаете. Тоже делитесь своими впечатлениями и напишите тоже, сдаете ли вы пластик в специальные либо организации, либо в специальные контейнеры, где вот... Именно отдельно, чтобы пластик, чтобы его брали в переработку. А теперь пока. До новых встреч. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик внизу, чтобы оповещения о новых видеороликах приходили вам в первую очередь. И лайк, если видео полезное. А теперь пока-пока. До новых встреч.